Наш городской округ – активный участник инициативного бюджетирования «Уютный Ямал». В этом году экспертный отбор прошли 16 идей жителей муниципалитета. Все одобренные инициативы лягут в основу проектов, которые будут реализованы в следующем году. Сейчас авторы проектов готовятся к публичным презентациям. Встречи инициативных групп проходят в Лабытнанге и Харпе. Определять имена победителей и решать судьбу проектов будут жители городского округа. Очное голосование за авторские проекты «Уютного Ямала» пройдет с 17 по 19 сентября.